товарищескому матчу комментарий «Товарищ». Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. Это состав «Леона». Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Товарищескому матчу комментарий «Товарищ». Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. Это состав «Леона». Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Товарищескому матчу комментарий «Товарищ». Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. Это состав «Леона». Команда на поле. Четверка полузащитников выстроилась ромбом. Возможно, они сделают упор на игру в позиционном нападении. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Хватили в атаке. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Леон команда по любым меркам квалифицированная, а вот хватит ли качества. Пас на ход может быть интересно. Великолепный пас. Очень неточный. Даже заострять внимание не хочется. Практически никаких усилий не было.